Доброй ночи всем, друзья. Мы приглашаем вас на четверговый футбол. Матч между Канзас Сити Чифс и Лос-Анджелес Чарджерс. Билли Риверс, пасовая комбинация готовится, забрасывает мяч вперед и... Он бросил перехват. Перехват. Да, перехват. Вот так вот. Многие считают, что Канзас Сити Чифс, их защита не в состоянии делать то, что делает нападение. Именно защита Канзас Сити Чифс подарила сейчас владение Патрику Махомсу. 3-4. Патрик Махомс. Приходится ему сейчас выбегать из конверта очень далеко, но он сейчас может придумать что угодно. Это еще Патрик Махомс, он умеет не такое делать. Он что-то придумывает. Если вы видели... Сейчас ему некуда идти, он все равно пишет, да ладно, вам некуда идти, он все равно бросает. Ну что ты будешь с ним делать, это невозможно. Невероятный футболист, конечно, просто потрясающий. Патрик Махомс, сказал, действительно уже от мяча избавляется. Нет, каким-то образом, знаешь, и классно, что его игроки в нападении прекрасно понимают, что надо двигаться. Если решит Питтсбург, то должно все быть хорошо у этой команды, а пока что все хорошо у нападения Канзас Сити Чифс. Великолепные длинные ярды зарабатывает Уильямс. Тем временем Патрик Махомс вновь вынужден очень далеко отбегать от конверта, но передачу делает и тачдаун, похоже. От Канзас Сити Чифс. Да, тачдаун. Ну что, пока все в порядке у Канзас Сити Чифс. Блестящая первая четверть. Пасовая комбинация для 7 готовится. Скрим-пас, скорее всего. Видимо, то ли не прошел, то ли не планировался. Так, ну-ка, ривер, заброс. Есть прием. Великолепно, просто великолепно. Причем так оторвался, смотри, он оторвался, ему пришлось тормозить для того, чтобы поймать эту передачу, потому что не добрасывал, кажется, до него Риверс. Второй гол слева, да, принимающих, один справа. Заброс, направление, кто это у нас? Один из Уильямсов, который Тайрелл, он ловит мяч. Нет, Майк Уильямс, прошу прощения. Да, тачдаун от Майка Уильямса. Дважды заброс, да, в одну сторону отшел, Аллен не поймал, а Уильямс выиграл мяч сейчас. Так что, 6 очков. Тем временем Филипп Риверс передачу делает за четку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но, похоже, нет. Это инкомплит. А, нет, перехват. Так, что у нас здесь? Перехват. Перехват, да. Ну, видимо, сначала он сел в поле на свою пятую точку, а потом уже выкатился в вал. Так решили арбитры, ну, можем им поверить. Поменьше будет от него пользы уже суммарно. А вот здесь Старик Хилл на приеме сейчас работает. Но вот только вроде поругали, только отметили, что так себе у него. Так он сразу выловил мяч, причем после этого еще и получив такой довольно сильный удар, смог от него оправиться. Вот, пожалуйста, в спину. Чифс, пасовая комбинация, заброс в правую сторону, есть прием. Келвин Бенджамин ловит. Так что, продолжает вливаться, а здесь тачдаун Канзас Сити Чифс, Уильямс, который великолепно сегодня работает на выносе, забегает сейчас за четку. Хороший реверс сейчас играет Майк Уильямс, и Майк Уильямс добирается до зачетки. Лос-Анджелес Чарджерс делает счет 21-13 пока что, но есть все шансы заработать 14 очко и вновь на расстоянии одного тачдауна подобраться к сопернику. Вообще сегодня одного филгола не было у нас, так что кикеры в этом смысле без работы, вынос, ну и тут уже тачдаун точно.
Это Дамиан Уильямс, да? О, как быстро начался. Даже Джибак еще не понял, какой-то из Уильямс, а ты уже понял. Филипп Риверс. И его нападение уже вовсю стучится в зачетку соперника. И тачдаун. Лос-Анджелес Чарджерс. Джексон. Патрик Махомс, очень важный. Сейчас розыгрыши добираются до него. Это Сэк. Ну, красавцы, Чарджерс. Да, отправили отдыхать Махом боя. Ну и без Мелвина Инграма не обошлось, конечно. Филипп Риверс, пасовая комбинация. Будет Риверс, передачу делает. Точный пас. Ой-ой-ой, какой жесткий хит. Но Бенджамин смог мяч в руках удержать. Браво. Я думаю, сейчас пас, наверное, будут играть. А потом выносить, возможно. Риверс в зачетку. Тачдаун, Уильямс. Майк Уильямс, тачдаун. И Лос-Анджелес Чарджерс в одной реализации от того, чтобы сравнять счет. А может быть двухочковую? Ну его. Двухочковую? Двухочковую? Да вы что, с ума сошли? Зачем вам это нужно? Концовка, конечно, потрясающая. Ну что, рискует Лос-Анджелес Чарджерс, они могут выиграть эту игру или проиграть ее. Или проиграть ее. 4 секунды. Итак, снэп. Ну когда же, вот он снэп. Филипп Риверс забрасывает зачетку. И они выигрывают. Ну ладно, один Уильямс. Лос-Анджелес Чарджерс выигрывают этот матч совершенно один. Майк Уильямс остался. Втроем пошли на одного Уильямса, а другого забыли. Террелл Уильямс увел трех защитников на себя, а Майк Уильямс совершенно один остался. Террелл там раньше всех все понял, он уже руки поднимал. Ну, да. С такой защитой, друзья, только в Супербол выходить. Канзас сейчас проигрывает, я еще раз вам говорю, проиграли Патриотс 3 очка, проиграли Рэмс 3 очка и проиграет в одно очко Чарджерс. Ну неужели и так? Ну, пошли все эти лэтералы. Ну, и сейчас мяч просто укатится, наверное. Нет, захват. Все, друзья, Лос-Анджелес Чарджерс выходит в плей-офф. 11-3 у них, 11-3 у Канзас-Сити Чифс. И эта команда выиграет впервые за 5 лет у своих соперников по дивизиону. Ну, отличный матч.